Жители России, перенесшие коронавирусную инфекцию, смогут пройти бесплатную реабилитацию на базе санатория «Нарат» в курортном поселке Тиберда. Для Карачаево-Черкесии на ближайшие 2 месяца там выделено более 80 квот. В приоритете тут будут медработники, которые заразились во время исполнения профессиональных обязанностей. Реабилитационная программа в санатории «Нарат» направлена на лечение заболеваний органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. В программу включены теренкур, дыхательная гимнастика, занятия на тренажерах, массаж и бальнеотерапия. Всего более 30 видов оздоровительных процедур. Чтобы попасть туда на реабилитацию, необходимо получить направление участкового врача. С сегодняшнего дня у нас пациенты имеют возможность и будут направлены в санаторий Тиберда, где они могут получить медицинскую реабилитацию. Первая группа из 20 человек поедет сегодня в санаторий. Завтра еще 13 человек дополнительно по нашей просьбе тоже поедут и получат 2-недельную медицинскую реабилитацию. Все пациенты, которые желают, они должны обратиться к своему лечащему врачу. И если медицинские будут у них показания, их состояние будет позволять поехать вот в настоящее время после перенесенной коронавирусной инфекции, они будут направлены.